Сохранение жизни и здоровья работников – базовая стратегическая цель политики металлоинвеста. Эта задача актуальна для любого сложного энергоемкого современного производства. К ее решению руководство компании подходит комплексно, обеспечивая сотрудников своих предприятий всем необходимым для безопасного труда. Победа ОМК в областном смотре конкурсе, который проводился по инициативе Белгородского обкома Горно-металлургического профсоюза России и Управления по труду и занятости населения региона, очередное тому подтверждение. В смотре конкурса организации в 2016 году приняли участие 13 организаций, на которых работают свыше 38 тысяч человек. Эти организации, в зависимости от численности, разделены на 4 группы. В каждой группе устанавливается победитель, которым становится тот, у кого наибольшее количество баллов по 18 показателям. В первой группе организаций заслуженным победителем смотра конкурса признано акционерное общество ОМК. Главный инженер ОМК Александр Тищенко, получая заслуженный диплом, отметил, что победа комбината в областном смотре конкурсе – это результат работы всего коллектива и в особенности тех специалистов, которые постоянно совершенствуют систему охраны труда на предприятии. Огромную роль в таком важном деле, как предупреждение случаев производственного травматизма, играют и общественные помощники, уполномоченные при правкоме ОМК. По итогам смотра конкурса 26 из них были признаны лучшими в Белгородской области. В 2016 году в общей сложности ими было подано свыше 21 тысячи предложений по улучшению условий труда в подразделениях комбината, и практически все были внедрены в производство. За активную работу в сфере охраны труда и промышленной безопасности в число сильнейших уполномоченных горно-металлургического комплекса региона вошли и сотрудники других предприятий «Металлоинвеста» – Лебединского ГОКа, общества «Либгоктранспорт». Лидером во второй подгруппе участников конкурса признана строительная организация компании «Рудстрой». В третьей победу одержал коллектив скоростного трамвая, в четвертой – агрофирма «Металлург».